Производство Чемофильм, Италия. Итит, съешь его. В главной роли Фрэнк Вольф. В ролях Паоло Беладжио, Пьеро Альбертини, Сильвия Дионисио, Моника Герферт, Расселла Бергамонти и другие. Операторы: Джузеппе Руццолини, Луиджи Кувейлер и Данило Десидери. Монтаж: Серджио Монтанари. Музыка: Эннио Морриконе. Продюсер: Джузеппе Заккарьелло. Режиссер: Франческо Казаретти. Идиот! Слепой! Проваливай! Ты что, не видишь, куда прешь? Куда пру? Ты что, не видишь, что у меня главная дорога? Ты что, не видел знака «Стоп»? Какой «Стоп»? Это ты должен был остановиться! Нет, остановиться должен был ты! Нет, ты должен был остановиться! Хватит, достали вы меня! Средневековье!
Идиоты! Баран! Осел! Бедуины! Сам ты баран! Мне нужно на работу! Троглодиты недоразвитые! Постыдились бы! Ты посмотри, какое свинство! Но, пошла! Учи правила! Ваши дерьмовые телеги давно пора запретить! Проехать нормально нельзя! Папа! Папа! Это какое-то существо. Не трогай его. Это не наше дело. Давай прикроем его. Пошли отсюда. Он мертвый? Я тебе сказал, это не наше дело. Он дышит, папа. Отлично, он просто спит. Иди сюда, упрямец! Папа, а вдруг ему плохо? Цветистое непереводимое ругательство. Постоянно ты что-то отыскиваешь.